этой девочки прям душа поет. Инструмент купленный, украшение складывается. Тут, ну давай, давай, фокусируйся, да что ж такое. Тут и агаты, вот такие, черные с белыми вкраплениями. И снежный обсидиан тоже с черной, с белыми вкраплениями. И стекло хорошее. Так, это тоже агат. Что еще? Гематит настоящий. Настоящий, который магнитный. Фурнитура. А, шунгит. Шунгит. Вот. Лава. В общем, короче говоря, прям камней всяческих будет. Вот, вот такое будет украшение. Я буду делать сатуар длинный, да, как положено, чтобы можно было в два ряда носить. Вот, всякие мусоринки летят со всего этого дела. Вот, потом, ну, у меня манекена-то тут ведь нету. Ну, завтра или послезавтра на Саше сфотографирую и вам покажу. Так что работаю прям, ну, с таким удовольствием, с такой душой. Прям красота. С первомаем, дорогие товарищи! Мир, труд, май! Правда, сегодня же 1 мая. С праздником, мои дорогие! Да, конечно, праздники у нас. Вот так разобраться, какой-то солидарности, каких-то трудящихся. Но было весело. Да, помните эти демонстрации? Я-то, честно говоря, не любила. Я вообще не люблю сборища. Ну, сейчас вспоминаешь каким-то даже таким, с таким светлым чувством. Да, были молодые. Ой, а тогда, господи, за любую движуху, да? Кроме голодовки. Да. Вот и май наступил. Помните, всю весну ждали? Ой. Сейчас май пролетит. Пока вернусь домой, пока все посажу, пока разберусь. У меня же, наверное, в конце мая, в начале июня приедут мои мурманчане. И май пролетит. А там июнь, и все, и лето просвистит просто. И нету. Да, вот она, круговорот-то в природе. Ну и хорошо. Небушка чистенькая. Прям настоящий первомай. Так что с праздником, мои дорогие. Ой, сейчас все. Сейчас просмотры вообще упадут. Народ по дачам разъедется. По своим участкам. Ну, вы хоть заходите иногда, ладно? Я же все равно снимать буду. Ой, ладно, я никак не позавтракаю. Так что с праздником, мои хорошие. Будьте все здоровые по мере возможности. И счастливые тоже по мере возможности. И долгих лет жизни всем. Вот она, современная Золушка. Встала в 6 утра и села за работу.
Вот кажется, да? Какая ерунда. А нет. Потом, когда надо будет бусинки определенного цвета, не надо будет сидеть и ковыряться. Вот. А для этого вот нужно посидеть, покорпеть. Во как. Вы говорите, где ж мне времени найти на все, когда у меня вон какие занятия. Так, ну что, сатуар я сделала вчера. Черный. Просидела до сколько? До часу. Вот. Так что уже хотела еще что-то начать делать, а нет. То того нет, то того нет. Конечно, дома-то целые склады всякого. А тут, кажется, столько, но в основном бусины. Вот. Ну ладно, я все равно что-нибудь придумаю. Вот это. Отремонтировала вот этот браслет. Вот, сейчас помоюсь, одену и буду в нем ходить. Он мне очень нравится. Ну ладно, мои золотые, включаем новый день. Пойду-ка я кофейку попью. Говорю я по привычке, но пью я теперь цикорий. Вот и мой завтрак. Сырая гречка с кефиром. Ну, она размокает за ночь и становится мягкая. Так, а вот такой сатуар у меня получился. Ну, все как я люблю. Разные, много-много разных деталей, много разных камушков. Ну, показать негде на подушке. Ладно, потом на Саше покажу вам. Так, позавтракали. А теперь продолжение завтрака. Доброе утро. Доброе утро. Пойдем гулять. Пойдем. Нет, решил поспать еще. Так, ну ладно. А мне надо доделать. Уже донышко показалось. Так, что хотела сказать, мои дорогие. Часов в 5 сегодня будет прямой эфир. Потому что потом Саша поедет в гости встречать Первомай. Вот, а я же сама не знаю, как это на их компьютере тут. Вот. Поэтому давайте-ка, мои дорогие, соберемся, пообщаемся. Я еще с утра еще вся хриплая. Вот. Так что я вас жду. Часов в 5. Собираемся, поболтаем. Ну и еще раз всех вас, мои дорогие, с праздником. Вообще с праздниками. Давайте, пока-пока.